Всем привет! С вами канал Enjoy PTV, и мы продолжаем раскачивать нашего друга. Полторы тысячи! Вы с ума сошли? Будем качаться. Идет 160-й день. Мы должны укачаться так, чтобы могли распинать его, как делать нечего. А, здесь уже не проканает. Да, я понимаю, для кого-то это может казаться очень медленно, очень нудно, очень тянуче. Но вы в прошлый раз проиграли в кино. А, да, нас напинали они, я не знаю почему. Хотя я вроде выбрал удобную тактику, но нас напинали. Я же говорю, все зависит больше от рандома и других параметров. Можно вот их на 8 зафиксировать, я даже не знаю, что дальше делать. На силу, да, надо зафиксировать, потому что от нее у нас урон зависит и прочая всякая лажа. Насчет DVD не знаю, есть ли на это какой-то смысл. Но мы будем выкачиваться по максимуму, пока как можем. 22 выйду. Я хочу быть вообще неуловимым таким мстителем. Чтобы мне не то, что попасть не могли. На меня смотреть боялись, чтобы. А, было бы хорошо. Блин, ну, способности. Мне не нравится. Я не знаю, я какой-то дохленький вообще прям. Араб Петра, блин, ага. 21, и меня пинают какие-то пираты в кино. Почему я не могу их расфигать? Какой большой. Расфигачить просто так. Я не знаю. Конечно, мы можем забить и пойти именно на вечеринку. Чтобы быстрее поднять популярность и пойти сюда. Сюда. Так. Кулак уберем, он нас подвел. Ха! На! А чё так дерзко-то начал? Я 21 ловкость просто так по-твоему подумаю? Змеиный удар, ну потихоньку коцает, уже хорошо. Даже просто, что он простаивает, все равно множитель растет. Так его суммировать нельзя, чтобы по 2, по 3 рос. Умер, не вставай. Так будет с каждым. Какая-то странная фигня у меня на руке. Похоже на родинку, но я не помню, чтобы она там была. Давай, наш боксерчик, наш энджойчик. 160-й день, люди устали ждать уже. Да. Ну ничего, я думаю, вот еще эта серия или следующая мы закончим и начнем проходить игры серии X. Как попросил один из наших подписчиков. X. Говорят, это самая хорошая одна из космических стратегий RPG-шек космических. Не знаю, посмотрим. Мы глянем, если она зайдет, то пройдем. Если нет, мы просто оставим как. Ну, мы пытались, по крайней мере. Что играть, в принципе, у нас еще есть во что. Проходить у нас есть что. У нас на лет 5 вперед игр есть. Да. Не переживайте. Если вы будете меня постоянно поддерживать, я буду видосы лить вообще только так. Потому что я не вижу смысла выкладывать по 2 или 3 видео. В чем же прикол? Почему не выкладывать кучу? Почему все выкладывают 1 или 2 или 3 видео? Я понимаю, может, кому-то тяжело снять или еще что-то. Но смысл? Я хочу, например, посмотреть прохождение. Давай, давай, давай. Опа. Хороший расклад. Давай, умирай, умирай просто. Молодец, стой, умер. Надо же, у нас жизнь не позволяет. Давайте попробуем вынести его, посмотрим, что он нас ждет. 13. Так, жизнь не позволяет. Ага. Почему-то чувак мне Путин напоминает, ну ладно. На, боксерчик.
Давай, давай. Черт. 80 жизней. Блин, рискованно. Я не знаю, идти в последний бой или не идти. Если мы пойдем, мы ничего не получим. Ну ладно, давайте рискнем. Блин, он нас может напинать. Будем знать, что до сюда нам идти нет смысла. Давай, давай, выкоцывай его. Фига себе! Фига себе, вы видели? Это что сейчас было? Я же твоих, блин. Какой я ж яднот, а? Капец, он с двух ударов нам тридцатку вынес. Ну ладно, качаемся. В общем, я понял, что дальше идти не стоит, нас пока там расхлёстывают, вообще уйдёт ничего. 80 жизней нам вообще не хватило. Пара попаданий, и мы все в нокауте. Только зря потеряли очки. Ну мы зато посмотрели, кто нас ждет там. Я не знаю, сколько мы еще выкачаем ловкости, я пока буду ее развивать, чтобы она нам спасла, потому что мы очень слабенькие. Возможно, если я подниму силу и зафиксирую ее. Блин, с тобой поднять, зафиксировать мне надо же этот, выигрывать. Да, но теперь мы дальше четвертого пока идти не будем, поскольку мы знаем свои возможности, свой максимум. 22 мы выкачаем, я уверен. И когда мы это сделаем, мы станем круче, мы станем сильнее, мы станем непобедимее. Заодно жизнь восстановится. Конечно, можно устроить вечеринку и тупо пробиваться дальше, забить на вот эти, но их надо зафиксировать, это на 4 хотя бы, это на 8. В принципе, когда мы только победим, хоть раз. Ну, имеется в виду, сейчас победим еще того вот чувака. Майки, Микки, кто он там, не знаю. Блин, пираты так напинали. Я думал, то мы увернемся. Как я сейчас такой ловкостью по мне еще попадаю? Как? Я вот не понимаю. 189. Подожди, что-то много. Давай, выкачивайся, выкачивайся максимум. Нас пинают какие-то пираты в кино, вы чё? Дожились, а? Чё там? Стой, ещё раз потрачу. Ну давайте, что делать? Мы хотя бы дойдем, по крайней мере, до четвертого. Уж предыдущий нас напинали прям... Не знаю, я даже не знаю, что делать. Прям ни у ворота, ничего не сорвало. Там можно было полностью у ворота уйти. Ни удар змеи 300 против 80. Это вообще не шанс. Эй, я же тебя попадал. Где удар змеи? Давай ему. Не попадаем. Ну, в смысле, он уворачивается с него, там же точность не такая же большая. 71 всего лишь. У нас, скорее всего, идет множитель на ловкость. Так, ладно, с пиратами не увлекаемся. Ладно, сейчас ноги надо перекидывать, а? Вообще офигел. Давай дальше. Да, слишком как-то мы затянули. Я уверен, что это можно было пройти очень быстро. Буквально в несколько... Даже до 100 дней, я уверен. Но походу, не знаю, либо мы неправильно, я юзаю ловкача, либо не знаю. Ништячок. Да. Но это просто, если кому-то интересно смотреть, как он сражается. Я, правда, не знаю, смысл в этом есть, нету. Есть же кто-то, кому просто интересно? Мне, кстати, когда эта игра вышла, мне хотелось ее на телефоне найти, что я просто сидел на телефоне и ставил всяких бойцов. Как они добавили здесь мультиплеер. Ну, блин, меня, походу, раскатывают вообще по-жесткому.
Блин, сейчас я еще и следующим воткну, вообще будет ништяк, да? Я же должен четвертого победить, вы издеваетесь, нет? Хватит по мне попадать! Блин, 73 против 170. 60 против... 50 против 100. 45 против 98, 40 против 94, 33 против 80. Сейчас опять дам отну, вообще молодец. Что происходит? Почему я так втыкаю? 30 против 9, 63. Все. Забрать приз. Блин, это было капец сложно. Вы чё? Не, я серьезно, вы чего? Это ж прям капец. Я даже не знаю, как вам писать, но это полный капец. Я с трудом их победил, вы видели вообще? Блин, а? Ладно, главное, когда мы входим в бой, мы не теряем наши достижения, наши звездочки. Мы потеряем звездочки только если улучшим свою киношную карьеру, так сказать, бренды. Конечно, пассивка вырастет, за счет чего мы будем получать, даже просто проигрывая, втыкая там, просто качаясь. Но мы потеряем преимущество. А что делать? Игра уже совсем идет к концу, мы, наверное, прошли процентов 90 ее, но мы не можем пробиться из-за того, что мы дряхлые, слабенькие, немощные. Нам еще одна победа, и мы зафиксируем на 4 ходов. В принципе, перед боем с пиратами я могу пойти купить до 4, посмотреть, что изменится. Зельешко возьму и нападу на них. Уже, ага, они ждали. А это я. Знаете, ничего себе. Я скажу, да-да-да. Блин, а боксеры эти. Сейчас бы у нас было умножение там 10 с удара. Вот там стольник выбивали этим пиратам бы. Если попадали бы. Правда, контратаки могли бы и нам обратно все навтыкать. 407, нифига себе. Так. Надо уйти в 22. В 22, товарищ. Так, ну сейчас наесть я все вряд ли смогу. Завтра только. Как раз день закончится, еще раз себя выкачу полностью. Раз, два. А сюда как раз. Раз, раз, раз. Ну, ништяк. Я могу сразиться? Блин, завтра. И купим зельку заодно. Чтобы зафиксировать силу на 4 временно и забить на них. Один сила совсем мало, как я вижу. Прям, мы вообще не пробиваем. Они успевают нам навтыкать, набить, наматерить, наоскорблять. Вся подряд вообще. Так. Тёмного кулака мы закончили, но непонятно, что за концовка была. Возможно, глюкнутая фигня какая-то. Гоговская игра, блин, ага. А тоже еще что-то. Но я ничего не понял. Ну, это странно, если честно. Может, косяк. Давай, давай, давай. Так, сколько мы потеряем? 198. Надеюсь, уже растет. Угу, то есть уже... Пока еще можем выкачивать. Мы половину теряем того, что накачали. Прям вообще обидно. Я ухожу вообще в максимум, а им хоть бы хны. Давай, давай, нам нужно 22. И я себе это 22 выжму. Хочешь ты этого или нет? Деньги растут, пока я тут фигней занимаюсь. На. Ну ничего, нам еще один раз кино улучшить, у нас будет, наверное, уже по 80 расти популярность. Мы сможем уже полностью забить на это. Давай.
Полностью выжимаю, полностью. Ловкость. Мне всегда казалось, это капельки. Это, оказывается, теннисная ракетка. Господи, боже мой, я еще не мог понять, почему капельки. Так. На автобусе. Чувак лысый, дай мне зелье. Силу. Да. Давайте попробуем. А нет, сюда. Даже не вижу смысла избивать этого нашего качка. Ну, последний раз улучшить и все. Давай, бой. Ништяк, мы еще не попадаем. Мне кажется, силы на 4 по-любому нужно зафиксировать будет. Потом по желанию можно поднять опционно все на 8 зафиксировать. Но уже сейчас пока мы будем только в выносливость скачиваться. Давай, давай, просто умри. Молодец. Много тратим. И энергии, и всего остального. Какая-то нога большая, не будете рисуночки. Хотя ладно, это видно, просто показывали, что удар сильный. Давай, давай, бей его. Как 22 ловкость? Как они еще могут по ней попадать? Я там не попадал, когда у меня разница 10 была. А тут 12. Он не то, что попадать не должен, он должен вообще меня не видеть. У меня еще все заточены на уклоны и на прочее. Ну, хоть бы хны. 14. Очень много тратит энергии. Прям очень много тратит энергии. Ну, змеиный удар может быть заменить на что-то другое. На уклонение. Ага, пока мы получили плюс. Пока нормально справляемся. Умер в бою. Остановилось сердце от страха. Трц-трц. Но сначала я зафиксирую, еще пока не готов идти сражаться дальше. У него, по-моему, есть какой-то перк, который убирает у него зависимость, что ли, от яда, не знаю. Но хоть урон чуть больше стал. Давайте пока на этом закончим. На. Так, бой готов. Сейчас мы докачаемся и возьмем. Так. Мне вот это нужно. Все. Теперь мы идем в путь черепахи. Фух, зафиксировали на 4. Такой хитрый ход. Давай, ап, 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 ап. И раз, два, три. Сейчас выкачимся и пойдем сражаться с этим чуваком. Развитие, конечно, да, у нас долгое. Но, блин, с маленькой силой толку нету сражаться вообще. Мы прям несем большие потери. Выкачать, поднять его до 8 не будет сложно. 22 нам особо не дал ничего. Если честно, ну что, был 22, что где было 22. Я сейчас даже не заметил. Мы более крутыми, ловкими не стали. Какой-то бросок кубика, и он неадекватный. Он нас не спасает. Я думал, сейчас накачаюсь, я буду там юркий, ловкий, меня попадать никто не будет. А меня просто делают. Берут и делают, вот так вот. Кто-то скажет, ты тактику не меняешь. Да ничего не меняю, я за черепаху выбрал одни удары, и все, ими держался, вообще не напрягался. Она бы просто жирная, у меня было там 400 или 500 жизней, я не помню. И все, мне было все равно. Но сейчас мы уйдем в энергию. Там у черепахи как раз есть перки на энергию. Так что нормально. Просто выберем правильный путь, так сказать. Да-да. Каждый может стать каждым. Интересно, меня смотреть кто-нибудь вообще будет?
Пока просмотры у меня так все идут, слабенько у меня. Так, гляну только, может, в лучшем случае, чуть-чуть. Заходит на канал, да, потому что чем больше видосов, тем разные темы, я все равно высвечиваюсь там или не там. Ну, а прикольно, зафиксировали. Давай. Качай. Все, бой. О, это Брюс Ли. Майт Брюс. 17-8-3. У него уклоны. Но, блин, я думаю, мы этим не попадем в него. На. Фига себе, меня втыкает. Ну, кажется, преимущество пока у меня. У нас ловкость больше просто. На. Ну, хороший удар. Че, я стал популярнее, нет? Рио. Сейчас чуть по ям пойду дальше качаться. Хотеть. Нужно съездить в магазин. Долгий серед жизни. Да, и тебе, чувак. Зачем сообщение? Просто скажи, вот тут снизу написано. Могу же написать, типа, заполнен. Я готов сняться в кино. Давайте оставим пока эти навыки, посмотрим, как мы пройдемся по ним. Но Брюса мы напинали, как делать нечего. Ударом кадык пока не особо, прям пользы много. Ага. Апперкот 8. 11, 8. 11. Удар в кадык лучше. Ну, хоть ему этот, энергию выбивает. Где же, пассивный урон тоже прикольно. Ну что делать? Будем набивать так. Давай. Мы же не можем только одного Брюса победить. Нам нужно докачаться и до следующего. Давай. Почему у тебя больше? У него должно быть меньше. Так, увеличить затраты энергии, аж просто на все используемые приемы. Чёрт, а почему ты меня выхлестал? Что ж мне делать против жирных и выносливых, имеется в виду? У меня нет против них, только если контратаку брать. Кто заточен на выносливость, потому что если у него выносливость, нам вообще там делать нечего. Нужно продумать варианты. Яд, но он максимум где-то 50 набивает, мне кажется. А вот выбитые прям вообще молодцы. Но мы все равно слава здесь идем. Лавкач. 31. Нифига себе. Прям, что-то мы ему хорошенько втащили. Но на этом мы закончим. Я знаю, что дальше мы не пройдем. Забрать приз. Так, и мы открываем для себя тактику черепахи. И здесь нам нужно уйти в пассивки. Что нам нужно? Вот это. Каждый заблокированный персонал, да, увеличивает его урон в следующей фазе бесполезно. Каждый пропущенный удар ускоряет регенерацию энергии. Полезно. Не скажу, что прям очень полезно, но ладно. Это такое, персонаж получает тем меньше урона, тем больше развитого параметра. Нужно верхнюю уйти первым делом. То есть сюда. То есть идем вот в этот тяжелый удар. Сюда. Копье.
Если у персонажа 25% энергии или меньше, он не потратит энергии на применение этого навыка вообще. Было очень полезно. Модификатор, да, если навык активен, выбивает часть энергии противника, передает персонажу. Тоже очень полезно. Наверное, сюда и сюда поднимем. Тык-тык-тык-тык-тык. Но это в долгосрочной перспективе. Пока нужно качаться. Других вариантов у нас нет. Сила у нас на 4. Так, вы победили Бориса. Следующий будет какой-то... Рен. Это, по-моему, отсылка к игре. Street Fighter, что ли? Посмотрим. Кстати, нам надо бы еще тоже какие-нибудь драчки поиграть, там Mortal Kombat пройти. Конечно, я в драках так себе, что в жизни, что в игре. Но мы попробуем что? Посмотрим. Ради истории, там где есть вот эта игра, Injustice, или как он там называется, не знаю. Проц. На. Видеокарта еще меня тут сбоит. Чё? Новый эффект. Чувствую себя ужасно, ты чувствуешь себя уставшим и быстрее начинаешь хотеть есть. Я же говорил, что магия опасная штука. Ах ты ж. Ты чё, теперь ещё плохо качаться будешь? У меня ломка. Пять дней? Да вы с дуба рухнули. А, у меня ломка за счет нехватки счастья. Ладно, но мы не можем же закинуть все. Будем пытаться удержаться на этом пьедестале, так сказать. Блин, очень медленно растет. А ну выкачивайся все. Блин, это плохо. Мы сейчас только все потеряем. Иди порадуйся чем-нибудь там. Поешь в холодильнике. Да фига еды. Неужели тебе этого было недостаточно? Раз. Два. Я могу скинуть уже? Нет, только завтра этого не хватает. Ну ладно. Так, а он какой там в ранге? Ух ты ж, это что же ловкач? Опа, и у него есть удар змеи. И он довольно сильный ловкач, он почти как мы. Мы буквально чуть-чуть сильнее его, буквально на маленечко. Выкачивайся все, что можешь. Все равно недовольны. Блин, мы сейчас до 21, да, упадем, вообще будет ништяк. Магическая лихорадка, что в ее? Мы должны удержать 22 позицию. Это очень прям важно нам. 46%. Ну ладно. Качаемся, не грусти. 4 дня, офигеть. 115. О, 155, как мало мы выбиваем. Быстрее голодай, я тебя накормлю, ты будешь счастливее. Блин, мы так уйдем. Минус. Опять в 21 вернемся. Я не хочу туда. Блин, надо было пойти в тренажерный зал. Там я хоть счастье получаю. Вообще не, да. Блин. Надо наесть себе счастье. Это очень мало, мы прям вообще теряем, только в минус уходим вообще. Счастье, 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 2 3. Пятьдесят два, ну-ка. Настроение влияет на эффект ваших тренировок. Давай, мы не можем так плохо развиваться. 155, ты с ума сошел? Вот, обычное пошло, молодец, надо было сразу вы наесть столько. Еще у нас есть кофе и энергетики. Давай мне тут без этого.
Пусть я быстрее хочу есть и устаю, но блин. Я не должен терять его. Я должен только расти с ним. На, скоро бой, я тут фигней страдаю. А этот трио может оказаться достойным соперником. Давай, 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 давай. Зелья, блин, эти. А, да, вот и эффект. Не используйте никогда вещи, которые будут 193. А, еще не восстановился. Которые сильно влияют на вас. Любые препараты, вы будете только наоборот хуже себя чувствовать. Возможно, да, изначально вам станет легче, потому что вообще подсесть на них. Блин, 4. Давай, ленивый ты. Лентяй. А счастье же еще и на все наши навыки и попадания влияет. Но нам нужно было чисто для того, чтобы силу поднять. Я же не так часто это употреблял, господи. Магия. А дверь еще после этого дороже станет. Тут разработчики позаботились, прям как будто ломка у человека. Дай. Дай. Эть. Все, пошли. Двадцать два, и мы ничего ему сделать не можем. В кино пойдем. Давай. А, будет все равно какой-то модификатор заменить, который бы энергию отнимал врага. Все равно сейчас у нас очень много энергии тратится. В основном мы и так не так много, как тратим. Теперь удар змею настал очень тяжелым. На, на. А этот выносливость бьет. Поэтому нам нужно заменить это на уклон. Против таких танков только на уклон и можно надеяться. Давай, навтыкай ему. Да и почему, когда я втыкаю, он обязательно по мне попадает? Я же своему говорю. На. Блин, опасно. Молодец. Ага. Продолжим. Ты кто у нас? Силач. Ну, силача можно напинать самому. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар не имеет шанс понизить ловкость соперника. Но он-то у тебя не будет активен. На-на. Как мы его вообще опустили? Блин, я не могу пирата победить. Я никогда не узнаю, что в следующем кино. Сколько я не могу их победить? 89, я там не пройду дальше. Мне надо счастье поднять, потому что сейчас у меня счастья очень мало. Забрать приз. Че, я могу уже сразиться со следующим? Да, могу. Только для начала нам нужно подкачаться. Гаси. Чувак, у меня энергетики кончаются. Почему только 7? Почему не могу купить больше? Ладно, нет. Мне нужна тренажерка, мне нужно общение живое. Здесь у него хоть счастье потихоньку будет расти. Где-то. Вот, счастье, я же говорю. Тренажер типа кажется, а я тренируюсь. Они все смотрят на меня, я красивый, я крутой. И поэтому ему не так обидно. И мы хоть счастье тоже поднимем.
И пойдем сразимся с этим Рио-Руо, не знаю, как он там. С главкачом местным. На уклоны бесполезно идти, у него уклоны против наших уклонов. Давай, выжимайся все, что можешь. Мы типа ушли за продуктами на искать нить. Ну, с кем не бывает, кто так не уходил, да? Такс. Выбивай, давай. О, нет, не сюда, сюда. Силу, конечно, возможно, мы зря зафиксировали, потому что удар у нас очень сильный. На попадание никакое. Чё смотришь? Не видел, как мужики качаются? Так, давай сюда опять. Скакалочка ему нравится, он прям радуется от нее. А здесь счастье растет, я знаю. Ну как-то оно медленно растет, если честно, я ожидал большего роста. Здесь 75, все равно еще не восстановились. Домой. А я не знаю, готов ли я с ним драться или нет. Блин, надо... 81, 22. Ладно, давайте попробуем. Это же Рио 20, 17, 10. Бой. Удар змеи. Ладно, давайте, погнали. Мы с ним на равных идем. Фига себе, он меня втыкает. Черт, как так-то? Блин, 133 против 132. Он ведет, у него энергии больше. Давай, бей его. Блин, да не меня бей, его бей. Как ты так делаешь? Блин, что делать? У тебя уклоны остаются только. Черт. Нет. Как так-то? Я прям разочарован. Раз, два. Прям не знаю, прям печаль. Ну-ка, если мы вот этот возьмем прием. По идее, ну мы же на равных там были, так у меня лучше все параметры. У меня сила, ну, похоже, для ловкача сила не очень. Может, надо полностью в уклон уйти? Возможно. Неужели, мне кажется, серию по одному так побеждать будет? Фига себе. Энергии мы много прям тратим. На уклоны. Ну, змея там очень ему помогла. Надо будет тоже взять против него змею. Удар змеи. Что, если она нам поможет, это прям будет хорошо. Так, давай. Тяжело идет. Удар змеи сейчас у нас выходит очень тяжелый, да? В смысле, затратный имеется в виду. 14 энергии, даже капец. Блин, потеря энергии это прям капец.
Получается, в битве ловкачей, кто первый потеряет энергию, тот проиграл. А поскольку мы проиграли первый, воткнули мы. Мы еще под этими, усталые от препаратов. Блин, нам осталось троих победить, я не знаю, что делать. А да, пасян. Не засмотрел на энергию. Забрать перед. Я готов его заново пинать. Сейчас давайте покачаемся, наедим. И попробуем его еще раз победить. И сможем, и сможем, уже неважно, на этом серия кончится. Блин, 9000, я не знаю, куда их девать. Я могу тупо уйти в тренажерку и там бесконечно фигачиться со всеми. Как раз у меня вот это кончится. Лихорадка магическая, чтоб её, а? Подорвала мне все, что только можно. Давай, выбивай. Устает он быстро. Думаешь, я не устаю с тобой? Блин, а? Сейчас должно стать легче. Сейчас меня отпустит. По идее, если бы я принимал бы часто лекарства и ходил бы с кошки своей, ну, зельем, она бы со мной разговаривала. Но мы это тоже профукали. Спасибо мне и моему дебильному прохождению, да? Блин, такими темпами тут каждый бой, это еще серии 4 выйдет. А что я могу? Я делаю все, что в моих силах. Я качаюсь. Я продумываю тактики. У меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть все, но я ничего не могу сделать. Я даже пиратов не могу победить. Блин. Что за фигня вообще? Какие-то пираты меня пинают. Я расстроен, честно. Я даже не знаю, кто будет после пиратов. Что там дальше будет? Возможно, что-то интересное. Пошли поешь. Так, это. Все, я готов сразиться. Так, уклоны. Модификатор, да, если навык активен, эффект всех блоков противника снижается. Нафиг не надо. Это есть. Это есть, это есть. То есть мы с ним сейчас будем на равных сражаться. Кто кого? Он нанес первый удар. Мы отомстили ему. Давай, вбей ему змеей. Да, есть, змея есть. Надо менять модификатор на что-нибудь другое. Уйдем в уклоны. А чё у него змея так слабо? Ой, он меня змею втащил. Чёрт, нет. Почему он меня выбил? Что я ещё могу сделать? Убрать какой-нибудь прием, я не знаю. У меня нет других позивок. Как у него змея ушла? Стой, давай. 40 против 80. 30 против 74. 33 против... Блин, у нас нет шансов. Почему ты не можешь увернуться нормально? Давай. А-а-а! Три! Как так-то вышло, я не понял. Куда я хотел пойти? Поверху? Почему у него змея ушла? Он сказал один раз и до конца боя. То есть мы победили только Брюса. Махти Брюс, я не знаю, как его пишем. Брюс. И непобедимые пираты, вот так вот. Ну как так-то? Кто-то скажет, ага, нечего было так качать. Ну придется вот, я не знаю, уйти сюда вот.
Да, в общем, мы здесь надолго, ребята. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Всем пока.